Вот такой причудливый стул мы, друзья, с вами сделаем. Начнем с бокса. Конвертируем в поле и сейчас разделим на несколько элементов с помощью функции split. Теперь применяем topology. И даем толщину с помощью shell. Только перед толщиной применим inset. Inset, Ctrl-I, поменяем местами и удалим промежутки. На всякий случай сделаем копию. И вот таким вот образом заполним промежутки. Можно было другим способом заполнить промежутки. Например, добавить сюда какой-то элемент. Но я решил сделать именно так. У нас же это импровизация, в конце концов. Теперь сделаем поверхность более хаотичной. Просто будем поворачивать хаотично наши элементы. Можно кое-где поснимать фаску, выделяем ребро, чамфер. Смотрите сами по композиции. Далее воспользуемся модификатором Tessellate и Turbo Smooth. Вот такой результат у нас получился. Как альтернатива, можно попробовать модификатор Chamfer. Везде геометрия получилась четырехугольничками. Можно спокойно применить Turbo Smooth без всяких последствий. Вот достойный результат. Далее можно сделать следующую вещь. Я вот смотрю на картинку, вижу там как наложение другого материала. И сейчас попробуем так сделать. Конвертируем в поле и внутренние элементы повыделяем по углу. Теперь осталось их отсоединить, DTHS клон, и применить Shell, а после, а на Shell еще сверху Turbo Smooth. Вот такой объект. Спасибо за внимание.